В этом году исполнилось 20 лет Щелковской торгово-промышленной палате. Это некоммерческая организация, которая помогает предпринимателям решать проблемные вопросы, защищает их интересы, налаживает взаимодействие бизнеса и власти. Юбилей решили отметить футбольным турниром, приурочив его еще и к Дню российского предпринимательства 26 мая. 6 команд принимают участие в турнире, посвященном юбилею торгово-промышленной палаты и Дню предпринимателя. Противостояние на поле более чем интересное. Команды щелковских предприятий и организаций против контрольно-надзорных органов. Сегодняшний турнир как раз он абсолютно соответствует уставным задачам Щелковской торгово-промышленной палаты. Это установление конструктивного взаимодействия между бизнесом и надзорными органами. И мы считаем, что такой формат общения с надзорными органами очень полезен. И мы рассчитываем, что такой турнир будет достаточно востребованным. Сборную команду торгово-промышленной палаты возглавил заместитель исполнительного директора ТПП Московской области Дмитрий Манаенко. В ее состав также вошел представитель нашей телерадиокомпании «Щелково». Кроме этого, для участия заявились команды завода «Мултон», межрайонного Щелковского водоканала, управляющей компанией «Округ-17», налоговой инспекции и следственного комитета. Напутственные слова от ветерана щелковского футбола Сергея Суслина. Я могу вас поздравить с началом первого турнира. Надеюсь, что он будет не последний. Руководителям могу пожелать побольше участвовать в вашей жизни, почаще организовывать такие соревнования. Большое поле стадиона «Спартак» разделили поперек на две части и проводили сразу по 2 матча. Играли каждый с каждым, 2 тайма по 10 минут. Формат команд 8-8. Уровень разный. На некоторых предприятиях футбольные команды созданы давно, регулярно тренируются и даже играют в любительских лигах. А другие вышли на поле едва ли не впервые. Например, у команды «Округ-17» лучше получается решать вопросы ЖКХ. Теперь обещают тренироваться регулярно. Но и в первом матче не ударили в грязь лицом. Сыграли с командой водоканала в ничью 0-0. Как первую игру оцените? Почему такой результат? Ну, не настроились, наверное, еще. Думали, все будет играючи. А игра оказалась борьба за выигрыш на выигрыш. Первый гол на турнире забила команда акционерного общества «Мултон», как, впрочем, и второй – ворота команды налоговой инспекции. «Мултон» же по итогам соревнований и занял первое место. На втором – «Водоканал» сборная торгово-промышленной палаты замкнула тройку призеров. По мнению Ольги Русаковой, не самое удачное выступление налоговиков побудит их коллег поддержать турнир в дальнейшем. Надеемся, что в следующий раз у нас больше будет надзорных органов участвовать в наших турнирах, потому что это, ну, вообще это крутое мероприятие, такая идея очень интересная. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».